Всех приветствую на игровом канале у Императора Прайма, подписчиков и новых людей, которые зашли на канал посмотреть. Канал у меня игровой, также по обзорам техники. И сегодня будет обзор не по технике, но, скажем так, с технической стороны техника. Техника для глаз, так как многие, не только геймеры, а также, в принципе, другие сотрудники офисов, которые сидят просто там 8 часов, может и 12 часов за компьютером, и у всех проблемы с глазами. В принципе, с чем за долгое время, наверное, за 10 лет, сидя за компьютером, скажем так, очень долго тоже возникла некоторые проблемы с тем, что чувствуется сухость в глазах, да, какое-то такое, как будто вроде песок. Вот, и хотел, решил поделиться с вами. Одна из классных таких штук, то есть многие делают, к примеру, сами лечатся, покупают, к примеру, визин. Вот, к примеру, те, которые сидят за компьютером и на них действует ультрафиолет, ребят, никакой визин не поможет, а он вообще противопоказан. Я пошел к врачу, он мне говорит, что ты сумасшедший. Визин не помогает, это просто сухость глаз. Из-за того, что ультрафиолет выжигает, вот, и, ну, сухую оболочку делает, все просто. Поэтому что у нас сегодня обзор? У нас сегодня обзор на очки. Итак, я, в принципе, изучал разные виды очков, от дешевых, короче, до дорогих, вот, и решил себе приобрести одни из очков. Я перехожу в магазин тот, который, это не реклама, я просто перехожу, где я ее покупал, это магазин Кей. Ребят, что вот эти очки, вот которые вы сейчас видите, я брал, то есть здесь, смотрите, 990 рублей, то есть там 1200, там, ну, вот, я брал за 1000, там, что-то 400 вроде бы этого, ну, если не ошибаюсь. Ну, вроде бы, что-то вроде бы это. Ну, что-то вроде 1400, вроде вот. Вот эти вот, если не ошибаюсь. Они практически идентичны. Идентичны, я только тут определял по баллам. Смотрите, тут есть баллы. То есть, чем выше баллов, тем они типа круче. Но скажу вам одно. Но, итак, с чего же начать? Всех вопрос, какие брать очки, дорогие или дешевые. Я вам скажу. Вообще без разницы, короче. Есть только разница в том, что здесь. Стекло или пластмасса. Вот я взял пластмассу. Пластмассу. И скажу, что вам сразу, никогда в жизни не берите пластмассу. Даже если она стоит просто топчик, там сумасшедший, ну, примерно 4900, это все пластмасса, ребят. Вот, и поэтому, ну, не все тут пластмасса, но практически вот тоже, смотрите, 7400. И за пластмассу? Не-не-не, друзья, так не покатит, за такую сумму никак не берите. Почему объясняю, что за пластмассой такой уход нужен? Очень. Все время нужно протирать аккуратненько, там, никакой пыли, футлярчики держать и тому подобное, потому что что? Разницы нет. Это компьютерные очки, которые от ультрафиолета. Да, они помогают. Вот, вы можете в них сидеть намного дольше, и глаза у вас не так устают. Не так, потому что спектр самого вообще меняется, то есть синего намного меньше. Вот, и также разницы нету. Они для компьютера созданы, ну, для монитора. Вот, или просто обычное там увеличительное стекло, у кого там проблемы с глазами. Если у вас на линзе будут царапины, знайте, при покупке сразу же обращайте внимание на царапину. Если вы наблюдаете хоть малейшую царапину, я вам сразу скажу, у вас будет голова болеть, у вас будет даже тошнить и все остальное. Почему? Потому что меняется, именно неудобно смотреть, даже Минздрав. Ребят, запрещает пользоваться такими очками. У вас зрение падает, просто в хлам упадет. Еще хуже будет, чем, к примеру, было. Ну, если у вас со зрением все нормально, а у вас просто царапина, и вы решили даже вот для компьютера купить. Но если они поцарапаны, все, у вас зрение, вы станете просто еще хуже слепым. Поэтому сразу же говорю, при покупке очков, просто вот так определяйте, смотрите, там есть царапины, если не, есть царапины, говорю, извини, дружище, я это брать не буду. Но, говорю, пластмассу не берите, она царапается очень быстро. Просто только стекло.
Любое дешевое стекло берите. Также еще есть разница по цвету. Ребят, по цветовой, вот смотрите, именно желтый, да, короче, вот это желтый. Вот это считается среднячком, короче. То есть есть желтый цвет, потом самым крутым считается именно на очках, вот типа вот такой вот, видите? Вот такой он, что-то вроде бы типа коричневого, там, ну, что-то вроде... Вот через этот спектр самое лучшее смотрится и просматривается именно на монитор. Вот. Поэтому, к примеру, я покажу, что тут из характеристик. То, что я, к примеру, взял, да, наподобие таких, да. Нет, у меня чуть другие. Сейчас, секундочку. А, вот они, короче, вот эти вот, да. Что тут есть? Оправа. В принципе, ну, пластик. Вот эта сама форма. Вот это железо, то есть оно не пластмассовое, это железо. Также еще люди, которые заказывают на AliExpress или вообще где-нибудь, вообще без разницы, честно скажу, заказать это нереально, потому что они должны сидеть. Вот эти сидят бомба, просто четко сидят. Вот, вам надо, чтобы они удобно сидели вы головой, там могли как хотите делать. Вот. Поэтому... Надо выбирать, конечно же, в магазине однозначно. Так заказать никак. У некоторых обзорщиков я смотрел, они заказали там, отдали кучу денег, они спадают, у них неудобно, они наклонились. Вот так вот. Вот смотрите, я могу вот так сделать, без разницы, они не падают. Вот, других они сразу спадают, поэтому это тоже важный фактор. Вот, поэтому вот здесь, смотрите, материал нержавеющая сталь. Вот, как я и говорил, материал линз поликарбонат, ну, грубо говоря, пластмасса. Что тут? Но что тут, в принципе, о них написано? Так. Все характеристики. Характеристики. Блокируют излучение мониторов от старых мониторов, то есть, да, которые квадратные, трубчатые, еще помните такие. Вот. Повышает работоспособность. Да. Что это означает насчет работоспособности? Работоспособность это означает, что... К примеру, при накрутке ультрафиолета синего цвета вы долго не можете сидеть, у вас глаза прям болят, там, жгут вообще, то есть вы не можете долго сидеть. В этом намного круче. Плюс еще одно, в ночное время, если вы сидите и у вас ультрафиолет накручен, а советую его, ну ладно, сейчас об этом расскажу, что можно, если, к примеру, не покупать очки. Поэтому насчет снижает слезоточивость и резь в глазах. То, что, в принципе, у меня было. Вот. Специальная линза с желтым светофильтром снижает негативное воздействие синего цвета высокой интенсивности, ребят. То есть разницы нету. У меня монитор Samsung. И некоторые говорят, а там дешевый монитор еще. Нет, у меня нормальный монитор. Вот, ни трубка, ничего там, LED-подсветки, там всякие навороты, сенсорная панель там, то есть нормальный, не дешманский Samsung, но при этом это не исключает синего цвета. Это единственный цвет, который вообще в спектре монитора красный, зеленый и синий. От глаз человека воспринимает красный цвет и зеленый нормально, а вот синий, вот почему давление часто повышается, потому что смотрим, и синий именно спектр, который влияет на глаз, он практически, ну, всегда жестко как-то определяет и, скажем так, обрабатывает информацию. Из-за этого неплохо обрабатывает информацию, и постоянно зрачок уменьшается, увеличивается, уменьшается, увеличивается. То есть он, короче, постоянно вот так вот в работе. Но когда его уменьшать, то это нормально. Поэтому, в первую очередь, что я могу сказать? Если вы решили купить очки, то берите их, конечно же, именно со стеклом и без царапин, потому что Минздрав вообще запрещает. Запомните, запрещает, запрещено. Будьте слепыми точно. Поэтому постараюсь эмоционально максимально вас предупредить о всем. И разницы нету, какая цена, прям там 5000, там можно и дешевое купить, и нормально все будет. Как говорят, лучше хоть какие, чем вообще никаких. Но, второе, у кого есть уже проблемы, визин не помогает, сразу говорю, если это только воспаление глаз, это другое, другая тема. Но если просто за мониторы, да, то есть интересная тема, я вам даже посоветую сам. Пользуюсь слеза натурально, ребят, в районе там 350 рублей, короче, стоит. Вам ее там на 2 месяца, а то может и больше хватит, короче. Вот.
Капайте раз в день, там можете два раза, без разницы, как чувствуете, и все. То есть это просто увлажняет глаза. Увлажняет глаза, и все. И то есть как бы вы нормально себя чувствуете. Но помимо этого, еще, это еще фигня. Расскажу, если, к примеру, нету очков, и что же делать. А что же делать, все легко. На компьютере, в самом мониторе, есть такая интересная функция. Если сейчас оно запишет, я думаю, покажет. Яркость, контрастность. Смотрите, вот зеленый и синий оттенок, ребят. Зеленый и синий оттенок. Вот он, смотрите. Не знаю, запишет он или не запишет. И у меня меню сейчас появилось. Вот синий оттенок на 20% я поставил. И красный, и зеленый на 50%. Вот, поэтому чем ниже процент именно синего цвета, тем дольше вы сможете сидеть. Но еще есть еще такая штука в ночное время. Синий цвет, когда сильно влияет, он не дает нам заснуть. То есть нужен благоприятный цвет. Теперь покажу, конечно же, ребята, другую тему. Это в настройках персонализация, да, если не ошибаюсь. Или параметры экрана. Да, параметры экрана. Есть такой ночной свет, ребят. Вот он, ночной свет. Вы можете найти у себя в Windows, там или семерка, у меня десятка. Параметры ночного света. Теперь смотрите, что происходит. У меня приблизительно вот так вот стоит, может даже иметь. То есть, чем меньше теплый цвет у вас, то есть, ну, понимаете, вот такой вот, да, тем вам прям, если честно, прям аж спать хочется от него. Прям вот так вот. То есть этот цвет создан для того, чтобы читать, если вы читаете. И, в принципе, при таком вот, ну, даже вот таком вот освещении у вас глаза вообще не так устают. Вы можете вот 8 часов отсидеть и пойти домой, в принципе, ну, так, более уставший. Но если у вас накручен синий цвет вот так вот, вот так, что у вас глаза прям выедает, так ощущение, как будто вы на солнце смотрите. Вот он, этот ультрафиолет, который просто сделает с вашими глазами, просто превратит их в кашу, скажем так. Ну, грубо говоря, да. Поэтому я стараюсь, чтобы изберечь глаза. Это здесь можно настроить. И тоже то же самое получается желтый цвет, ребят, который вы покупаете. Поэтому на выбор или вы можете купить. Да, хорошая, да, все-таки разница не такая большая, прям они используют просто одну и ту самую функцию и делают вот что. Вот то, что я, в принципе, на мониторе. Поэтому я сейчас и без них, тем более они быстро поцарапались, и я уже сильно ими не пользуюсь. Поэтому я решил поделиться со всеми геймерами, которые сидят, тоже там играют часами, это чтобы сберечь глаза, то есть в целях как бы сделать что-то полезное, короче, вот, на своем опыте. Вот, и посоветовать, как я говорю, натуральная слеза, это очень помогает, сразу говорю, 100%, даже не 99%. Вот, ну, как бы вот так вот. И все, вот этот цвет, вот он, короче, дает очень жестко, скажем так. Ну, что, ребят, я думаю, вам была полезна информация. Если полезно, ставим лайки, подписываемся на канал, потому что на канале не только игры будут, а также и обзор. В дальнейшем я планирую материнских плат, там, клавиатур, мышек, всего там. О. Ну, в общем, как говорится, чем смог, тем помог. И простым офисным работникам, и геймерам, и вообще людям, которые сидят и работают за компьютером. На этом все, что смог, то рассказал. Всем спасибо, всем пока, с вами был Император Prime.